Добрый день, с вами Лена Стрэндж. На улице просто ливень. Ну, по крайней мере, у меня, когда выйдет видео, там уже ливень не будет, надеюсь. Маникюр на ручке Николь, короткие опять ногти. Сказала, что буду чередовать, поэтому так и делаю. Гель-лак наносила Виналиса, это цвет 95-й. Он такой темно-темно-бордовый, с мелким-мелко шиммером. У Виналисы есть липкость, поэтому убираем первым делом это липкий слой. И только после этого будем приступать к стемпингу. Убирается чуть-чуть гель-лак у нас цвета. Лак шикарный. Вот этот цвет, это шикарный. Ну, на самом деле, у меня есть идейка использовать вот эту плиточку. Это НК-04. Здесь все рисуночки маленькие. Они идеально подходят под небольшие ноготочки. Единственное, что... Я думаю, что классно будут вот эти два рисунка сочетаться. Мы сейчас это проверим. И я хочу попробовать золотым лаком для стемпинга. Посмотреть, как это будет смотреться. Соответственно, если это будет смотреться не очень, то сделаем каким-нибудь цветом. Сейчас взяла Лула. Что Лула, кстати, золото, что Николь. Ой, не Николь. Потому что Николь мне так и не пришло золото. Что бомбрить и золото, оно одинаковое. Рисунок, конечно. Красиво смотрится. Давайте попробуем на одном пальчике светлым лаком для стемпинга и посмотрим, что лучше будет смотреться просто. Что будет лучше смотреться, то и сделаем. Лакви Анзела. Ну, я у него на самом деле добавила белый Николь Дайри. Должен смотреться получше на черной подложке. Так он на черной подложке ужасно смотрится. Ну, как не совсем прям ужасно, ужасно. Я думаю, мы оставляем светло-розовый. Ярче смотрится. Заказала я себе вчера тест светло-розовый. Посмотрим, когда он придет ко мне. Что из этого получится. Я думаю, мы вот эти два рисунка и будем чередовать с вами. Можно их делать как один. Мне что-то хочется почередовать. Вообще рисунки классные. Вот этой пластиночки НК, которая... Там есть где большие рисунки прям. А где вот их получается по 6 штук, если в ряду, то они... На небольшие, на маленькие ноготочки. Идеально подойдут. И они бюджетные. Что немаловажно. Так. Ну, цветочки сочетаются идеально. Вот этот вот большой и вот эти вот мелкие. Они идеально сочетаются. Я думаю, мы большой еще сделаем. Цветочек на большой палец.
а все остальные сделаю мелкие. Так что пластиночек для вот небольших ноготков, маленьких, аккуратненьких, у меня не такие, у меня длинные ногти и достаточно широкая ногтевая пластина. Их много. Я когда инкассе вот эту пластину заказывала, я еще тогда понятия не имела, какие мне нужны рисуночки по длине. Даже на мизинчике все видно, смотрите. Просто главное, как их расположить, вот эти цветочки. А расположить их удачно очень можно. И да, вот ногтевой лайфхак. Добавляете белый лак для стемпинга, который хорошо пигментирован. В тот же желтый я добавляла, вот светло-розовый сейчас добавила, идеально стал лак для стемпинга. Так, этот же рисуночек. Хотите, украшайте стразами. Здесь они, кстати, в кругляшки в эти хорошо влезут. Мне что-то уже стразы в последнее время поднадоели. Смотрите, какая красота. И вот здесь мы повторим вот эту для большие. И как раз цветочный маникюр. Ненавязчивый. За счет того, что здесь линии очень тонкие, смотрится очень аккуратно. Можно было как вариант взять, кстати говоря, белый. Смотрите. А вот здесь цветочек я вверх поставила. Вот здесь вот внизу вот этот большой цветочек, а здесь я вверху поставила. И все в одной тематике. Я вам найду эту пластину. Даже если у моего продавца уже нет, их на Алиэкспресс полным-полно. Вот пластины НК, они бюджетные, их полным-полно, смотрите. И какое огромное количество здесь рисунков, которые можно между собой прекрасно сочетать. Даже волна вот эта классная. Хотя вроде такой рисунок неприметный. Я использовала светло-розовый лак Виан, добавляла сюда белый от Николь Дарри, поэтому он сейчас так очень хорошо смотрится на темной подложке. На самом деле он смотрится не очень хорошо на темной подложке. Сейчас я возьму топ, который мне не жалко. Это топ Михей. Себе бы на ручке я делала бы два варианта бы. Или я бы использовала CS, потому что пока меня все устраивает. Или я бы использовала Близ. Ну, а для Николь Михей. Как же я люблю вот этот процесс, когда покрываешь, и все ярче становится. У меня уже привычка запечатывать край, поэтому это даже Николь запечатывает край. Ну, вообще хорошая привычка. Да, вот сюда стразики идеально встанут. Если вы хотите стразики, то делайте. Потому что сюда они встанут идеально. Можно, кстати, только на одном пальчике сделать, допустим. Прикольный маникюр. Ну вот себе, например, на ногти я его не смогу сделать, потому что у меня длинные ногти. Длинные и широкие. Мне рисунок будет маловато. Что я порой сама завидую Николь, как у нее меняются маникюры. Ставлю в лампу сушить. Я думаю, следующее у нас видео будет с вами распаковка. По крайней мере, я надеюсь, что там пришла та посылочка, которую я сама жду с нетерпением.
Мой маникюр выдержал горячую ванну. С ним все в порядке. Обычно, если горячую ванну не удерживает, то все. Ну что, все просохло. Сейчас убираем грязь. Ее здесь немного, да и лак для стемпинга здесь светлый. Поэтому просто убираем и смотрим конечный красивый результат. Я как-нибудь сделаю другую форму здесь ногтей. Заказывать я их специально не буду с AliExpress. Потому что я вот первый, который заказала, мне вообще не понравилось с ними работать. Типс, они слишком тонкие. У меня отсюда постоянно вылетают. Заказала вот вторые, повторно такие же. Заказала еще там одни на пробу заказала. Их сложновато найти такие, которые бы здесь вот красиво смотрелись. И не то, что даже хорошо бы держались. Ну что, вот такая красота получилась. Вот у меня такой не получится, потому что ногти не той длины и ширины, а у вас очень даже. Ну что, всем огромное спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, обязательно комментируйте мои видео. До новых встреч!